Привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Виктория. Я неспроста здесь сижу на полу около своей духовки, потому что сегодня я предлагаю вашему вниманию мотивационное видео о том, как помыть духовку. Я покажу, насколько она у меня грязная, какими средствами я пользуюсь, как я ее отмываю. И если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. Желаю вам приятного просмотра. И перед тем, как начать, несколько слов о моей духовке. Сейчас она у меня в достаточно запущенном состоянии, потому что конец июля, начало августа у нас было напряженное. К нам приезжало очень много гостей. Приходилось очень много готовить. В основном я запекала все в духовке. И, естественно, капли, брызги, все это оставляет свой след на духовке. Времени ей заняться у меня не было, да и не доходили руки. Вот сейчас я выбрала это время и хочу ее отмыть. Итак, приступим. Итак, что нам понадобится для мытья духовки? Конечно же, делать это я буду в перчатках. Для мытья духовки я использую вот такое вот средство Amway. Очень мне понравилось, когда я первый раз попробовала. Сейчас посмотрим, останется ли такое же мнение у меня после второго использования. Ну и всевозможные губки и тряпочка. А также средство для мытья стекол. У меня вот здесь уже заканчивается, нужно докупить. Потому что вот эту вот часть стекла я мою средством для стекол. И самое главное во взаимодействии средства Amway и всякого нагара, эта духовка должна быть теплая. Я разогреваю до 60 градусов. Она уже разогрелась, поэтому сейчас... Сейчас буду наносить средство. На решетку тоже нанесу, потому что она, видите, нечистая. Покажу, что происходит в духовке. Значит, духовку я запустила, потому что готовила в последнее время в ней очень часто, а времени помыть ее не было. И вот так она сейчас выглядит. То есть это вообще ужас и страх. Нужно средство заболтать. Ну, один раз протекло. Вот видите, засохло в такой корке. Нанесли средство и оставляем на 30 минут. А тем временем я пока помою все стекла. На вот это стекло нанесу обычный, вот у меня такой крем-сиф. Вот. И помою стекло с ним. Кстати, в принципе, по-моему, все современные духовки, они разбираются. У меня духовка Samsung, и все вот эти стекла снимаются. Нужно с двух сторон. Вот здесь такая кнопочка. Нажать и снять верхнюю крышку. Вот. И дальше достается первое стекло.
второе. Единственное, что когда стекла достаются, то дверь вот только так держится, полностью не открывается. Ну, сейчас я ее тоже помою изнутри средством для мытья стекол. Средство работает хорошо. Единственное, что у меня здесь очень-очень сильно много, толстый слой нагара был. И я его поскребла ножиком. Но вообще в идеале иметь всегда под рукой такой скребок для стеклокерамических плит. Он не царапает поверхность, он отлично все очищает, но, к сожалению, такого скребка у меня нет. На данный момент он сломался, а новый я все никак не могу купить. Но обязательно эту оплошность исправлю. Так, дальше будем мыть вот эту вот стенку. Видите, тут тоже все отлично отходит. Вот, решеточки. В общем, средством от Amway я довольна. Знаю, многие хвалят средства для духовок от Faberlic, но, если честно, его я не поняла. У меня оно не работает совершенно, это средство. Так, достану вот эту вот резиночку. Здесь все точки, все пятнышки, нагар, все отлично очищается. Если на самом даже средстве указано, что если вдруг очень сильное загрязнение, то процедуру нужно повторить. Вот так духовка выглядит в чистом, вымытом состоянии. Конечно, она не такая, как была при покупке, не настолько мне удается ее вымыть. Но результат меня радует, она чистая. Средство там исправляется на ура. И еще один такой личный мой совет, это не загрязняйте настолько духовки. Решетка тоже очистилась, чистенькая, никакого нагара. В общем, вот так. Ну вот, мы помыли нашу духовку. Теперь она чистая. Вообще, впредь я хочу пообещать и себе, и вам, что я не буду ее так запускать, потому что проще эту проблему предупредить, чем потом ее исправлять. И советую вам тоже, не запускайте свои духовки, если у вас вдруг не доходят руки ее помыть, то, надеюсь, это видео вас смотивирует помыть духовку. И спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, может, у вас есть какие-то секреты, как отмыть духовку легко и просто. Тоже поделитесь, мне будет очень интересно почитать. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока-пока!